Итак, очередная посылка из Китая, но для этого предыстория. Эта посылка была заказана в связи с тем, что вот эта вот история, видите, тут вот трещина пошла уже, вот этот переходник, который на Type-C идет. Да, безусловно, это геморрой, это неудобно, это плохо. И вот в связи с этим была заказана данная посылочка, в которой лежит решение всех этих проблем с наушниками. Вот так даже разорвали варварски. И что же у нас здесь за решение проблемы? Решение проблемы — наушники от суббренда компании Xiaomi с Type-C. Вот. Не знаю, оригинал или нет. Многие пишут, что не оригинал. Но, тем не менее, я заказал. Цена была на них довольно-таки интересная. Все сделано в лучших традициях Xiaomi. То есть, вот эта штучка, которая отрывается, soft touch покрытие на самом картоне, такое буквы, стилистика написания, все говорит нам о том, что это родное. Есть вот такой soft touch пакетик, в нем лежат наушники, пистончики. И если мы снимем вот эту штучку, у нас здесь есть Type-C, напрямую Type-C, и QR-код. Не знаю, многие на сайте пишут, что это подделка, конечно, потому что за такие деньги это не может быть оригинал. Но, тем не менее, QR-код мы ведь можем проверить, правильно? И он нас выбрасывает на сайт Xiaomi. На проверку, на верификацию данного продукта. Немножечко неровный код. Хотя, может быть, уже и QR-код они подделают. Мы его сейчас удалим отсюда. Так будет, по-моему, проще его считать. Ну да, он куда-то выбрасывает, но опять же, может быть, VPN нужен, чтобы пройти. Ладно, суть дела не в этом. Мы сейчас подключаем и проверяем сами наушники. Определилось как гарнитура, это уже хорошо. Теперь будем смотреть, где же наша музыка, и слушать качество звучания. Thank you.
Ну, то есть лупят они очень даже хорошо по сравнению с хоноровскими наушниками. А теперь самое интересное в настройках посмотреть. Звуковибрации. Так, расширенные настройки. Наушники, звуковые эффекты. Выбрать здесь можно эти наушники. Ну, я все-таки склоняюсь к тому, что это оригинал. Не знаю, как вы, но можете, кнопки работают. Можете взять, потестить. Кому-то, может быть, и зайдет эта тема. Ну, а на этом все. Пока. Ставим палец вверх, подписываемся на канал.